Год рождения? 1993. Где родился? Друга Дружковка, проживаю Алексеева Дружковка. Расскажи о том, с какой целью вы изготовили взрывное устройство? Подорвать блокпост. Конкретнее? Дзержинский подорвать блокпост. Дзержинский. Когда это было вами происходило изготовление? И с кем? Изготавливал сон. Происходило месяца 4 назад. По чьей просьбе вы производили изготовление взрывного устройства? Откуда он? С Алексеева Дружковки. Сколько ему лет? Лет 19, сейчас 20. Как происходило о том, как он вас попросил? По телефону. По телефону? Что обещал? Там ничего, денег обещал. А откуда вы знаете, как изготовлять взрывные устройства? Кто вам об этом рассказывал? По интернету. По интернету? Вы лично являетесь членом незаконных воинских формирований ДНР и ЛНР? Да. Где, как, когда, при каких... Стоял в Алексеево Дружковке на посту. На блокпосту. Как вы поддерживали связь с вашим коллегой? По телефону. Номера знаете? А они поменяли уже все номера, они что? На данный момент они возвращаются сюда? Вот это же вот недавно, ну, кто стоял на посту, он уехал в Россию, ну, убежал в Россию, а потом вот недавно он приехал. Кто конкретно? Где он сейчас проживает? В Алексеево Дружковке. У кого? Дома у себя. Кто вам отрабатывал такие задания? Это что именно? Главный. Ну, сколько техники, сколько всего. Чтобы смотрели. Что дальше вы делали с этой информацией? Ну, ему давали. Давали каким образом? Ну, список. То есть вы записывали это все? Вели список? Да. Что он дальше делал с ней? Я вот это не знаю. Ну, главное, он всегда на машину плыхал и въехал. Вы добровольно это делали или за деньги? Добровольно. Вы осознаете то, что осознаю. Свои действия вы... Осознаю. Вы раскаиваетесь в своих действиях? Я осознаюсь и раскаиваюсь в своих действиях. Что вы можете сказать тем, которые, тем парням, тем своим знакомым, вот, которые сейчас проходят или находятся на неподконтрольной Украине территории ДНР, ЛНР и осуществляют свою участь, принимают участие в незаконных воинских формированиях? Дураки, как и я был. Больше вы ничего не хотите добавить? Что-то да, сказать лучше можно? Лучше бы сдавались. Все. Ну, еще раз повторить. Лучше бы сдавались, ехали сюда все. Их же поубивают все равно там. Почему вы решили, что их поубивают? Да то, что поубивают. Потому что они не научены ничего. Вот то и поубивают. Сами. А если они сюда приедут? Да лучше хоть сюда приезжают, вину возьмут свою и все. А потом уже будут нормально жить дальше. Ну вы вот общаетесь со своими знакомыми, вы понимаете, что вот раскаяние, оно больше принесет пользы, чем конечно. Нахождение и участие в незаконных. Ну я уже это понял. Я все осознаю.